Об Оксане Макар мир услышал весной этого года. В ночь с 9 на 10 марта молодые парни изнасиловали, а затем пытались задушить и сжечь девушку. Она чудом выжила, только на 20 дней. За это время претерпела многочисленные операции и успела назвать своих обидчиков правоохранителям. Впоследствии скончалась. Люди в погонах принялись за расследование. Чтобы изучить все факты и подробности того страшного преступления, правоохранителям понадобилось почти полгода. За процессом пристально следила пресса. Потом скажут, если бы не журналисты, дело могло бы сойти на нет. Вот они, Максим Присяжнюк, Артем Погосян и Евгений Краснощек. Сами рассказали подробности той ночи, но вину не признали. Около сотни телекамер ждут приговора. В самый последний момент суд принимает решение перенести оглашение на неделю. Заключенные ухмыляются. Мать Погосяна единственная пришла на заседание. Она уверяет, ее сын невиновен. Мой сын за решеткой. И из-за того, что из Киева оказано давление. А так конкретно мы будем все доказывать. Мама же погибшей Оксаны не сдерживает эмоций. В первую очередь это оскорбление моей покойной девочки. Оскорбление мне. Я еще раз убедила, что деньги для народа главнее, чем приговор. Что я ожидала? Я ожидала, что наконец-то они получат свое. Во время этого интервью Татьяне Суровицкой задали вопрос о ее новой квартире. Параллельно со следствием некоторые активисты развернули кампанию по привлечению женщины к ответственности. Это Елена Николаевна, общественный деятель. Она сообщила правоохранителям, что мама продавала свою дочь, а на собранные благотворителями деньги обеспечила саму себя. Наблюдая за матерью Суровицкой, вот я смотрела на нее и думала, а на самом деле, понимает ли она, дает себе отчет она, вот какая его вина в том, что произошло. Насколько она ответственная за трагедию своей дочери. Вот. И глядя на нее, я не видела никакого ни покаяния, ни раздумья на его лице, ни сочувствия всей этой трагедии. Единственное, что я видела, на ее лице были написаны желания, денег. Сама Татьяна Суровицкая все обвинения в свой адрес отрицает. За выяснением отношений время пролетело быстро. Через неделю в тот же зал суда ни один из родственников насильников не пришел. Но без скандала все равно не обошлось. Правоохранители открыли двери. В помещение успели войти только первые из очереди. Другие же остались позади. Заседание началось с криков. Через 15 минут впустили и остальных. Далее 2 часа чтения материалов дела. Вся история на 20 страницах. Суд объявил. Присяжнюку 15 лет лишения свободы. Погосяну 14. Убийца Краснощек будет сидеть пожизненно. Руководство статья 323, 324, уголовный приговор суд приговорил. Краснощука Евгения Алексеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным пунктами 4, 10, 12, часть 2, статья 115. По пунктам 4, 10, 12, часть 2, статья 115, по определению пожизненного лишения свободы. Оглашение приговора подсудимые встретили ухмылками. Мать Оксаны, Татьяна Суровицкая, расплакалась. Она желала пожизненное заключение всем 3 убийцам дочери. Женщина больше не стала общаться с прессой. От камер сбежала. Доверила это своим представителям. Принаймні, ми не розуміємо, чому, коли вина доказана всіх 3 обвинувачених в скоєнні злочину щодо вбивства Оксани Макар, така різниця в покаранні. Прекрасно понимаем, мы тоже все юристы, мы прекрасно понимаем, что у всех разное участие, разная вина, но вина каждого из них заслуживает пожизненного наказания, потому что они все втроем изнасиловали, все втроем убили жестоким способом. Что наказание будет именно таким, знали заранее. Такой срок просила прокуратура. Однако у защитников Оксаны была надежда, что за неделю отсрочки оглашения приговора суд увеличит срок. Прокуратура может погодиться с теми мерами покараниями, які визначив суд, оскільки вони відповідають тій позиції, які висловлювали державне обвинувачення під час судових дебатів. Обе стороны могут оспорить обвинения в течение 15 суток, которые уже идут. Сделают ли это представители осужденных, до сих пор неизвестно. Однако защитники Оксаны Макар уже знают. Будут настаивать, чтобы суд изменил срок заключения Погосяну и Присяжнюку на пожизненное. Татьяна Мелимко, Алексей Сорокин, телекомпания АТВ.